Название новой коллекции постельного белья от компании Тиротекс «Дуэт» очень легко объяснить. Все комплекты сочетают в себе сразу несколько оттенков. В этом дуэте главную партию исполняет зеленый ил. Вопреки названию, оттенок скорее напоминает морскую пену, а в паре с жемчужным цветом компаньоном создает эффект спокойствия и безмятежности. В каждый комплект постельного белья из коллекции «Дуэт» входят наволочки классического размера 70 на 70, либо 50 на 70, а также пододеяльник на молнии. А вот выбор простыни за вами. Можно подобрать классический вариант или на резинке. Цвет подобрать по одному из оттенков комплекта, либо рискованно и выбрать третий компаньон. Этот вариант расцветки словно вторит сегодняшним трендом. Деним снова в моде. И цвет компаньон с голубым подтоном. Тут можно рассмотреть эффект разбеления нитей. Эта особая технология ткачества дает светлые чистые оттенки, которые можно внедрить практически в любой интерьер. Вся продукция от компании Тиротекс выполнена из 100% хлопка, но в этой коллекции тренд на экологичность откликается еще и в новом варианте упаковки. Вместо обычной стандартной здесь представлен вот такой удобный чехол из той же пестроткани. В таком чехле удобно хранить постельное белье после стирки, а также этот чехол можно использовать как органайзер для хранения других вещей. Текстиль премиального класса легко рассмотреть на подушках. Наволочки с отстроченными воланами – это итальянский прием. Сама пестроткань напоминает сатин. Диагональное расположение нитей на ткани дает жемчужное сияние и шелковистую текстуру. При этом никаких капризов в уходе. Пестроткань не садится после стирки и практически не мнется. Новую коллекцию компании «Тиротекс» представит уже в это воскресенье на традиционной ежегодной ярмарке, посвященной Дню работника легкой промышленности. И на этот раз она пройдет в новом месте. Итак, в воскресенье с 9 утра всех ждут в Екатерининском парке.